Всем привет! Уже в эту субботу вы сможете посмотреть мини-сериал под названием «Отель. Солнечная долина». В нем главные роли сыграют Олеся Алексеевич, Андрей Попов, Алена Хмельницкая, Павел Белозеров, Дмитрий Орлов. Экранная история представляет собой классическую вариацию на тему сюжетов легендарного мастера детективного жанра Агаты Кристи. Все основные события картины разворачиваются в замкнутом пространстве, в престижном доме отдыха, сад которого буквально утопает в летней зелени. В это уединенное место, которое вызывает умиротворение, приезжает девушка Кира, которая не может поверить в смерть любимого человека, тем более что его тело обнаружить так и не удалось. Пока героиня пытается понять, что же произошло, список подозреваемых заполняется многочисленными новыми именами.